валялся в гараже вот такой кусок трубы. Думаю, что с ним делать? Выкинуть жалко. Болгарка прорезала отверстие. Можно еще больше понаделать, ну или насверлить. По краю внизу 4 отверстия друг напротив друга. Вставил туда вот такие, в данном случае шпильки. Ну можно что угодно вставить. Для чего? Для того, чтобы эти шпильки внутри удерживали вот такой вот изрезанный стакан, выполняющий роль сетки, которая ранее была внутри, и вот что с ней стало через 3 часа горения. Она вся прогорела. В общем, этот стакан встает ровно посередине на эти шпильки внутри этой трубы. Идет процесс горения. Обычная походная печка, газовая, подсоединенная к баллону. Ставим по центру. Вовнутрь устанавливаем вот этот стакан. Тоже по центру. Он прекрасно там стоит. Никуда он не денется. Все, конечно, можно и укрепить, прикрутить, но поскольку печка стоит, это в том месте, где ее никто не тревожит. Тем более такая труба толстая, она никуда не сдвинется. Итак, ставим трубу ровно по центру над предполагаемым огнем. Внутрь стакан бывший. Вот он там отлично уместился. Вот так идет процесс горения внутри. По бокам внизу кружка красная. Идет очень горячий воздух. Ну и что самое главное, нет никакого запаха неотработанного газа. Как, конечно, скорее всего, он присутствует, но в очень маленьких количествах. Я лично вот вообще стою, принюхиваюсь, ничего не чувствую. Просто обычное тепло.